В Лагане уже близится к завершению строительство новой площадки временного накопления твердых бытовых отходов. По данным районной администрации, на днях полностью будет готово ограждение. Заборные плиты высотой свыше 2 метров нарастят сварочной сеткой. Сверху по всему периметру конструкции натянуты рыболовецкие сетки для того, чтобы мусор не разлетался за пределы полигона. По словам представителя спецотх Санала Мантыева, объект будет обустроен дренажной системой. На первом этапе мы закончили первый, как называемый, первый этаж. Мы сделали заборными плитами. Ширина плиты 4 метра, высота 2,20. Еще будет, вот как здесь представлено, вот видите, натянута проволока. Мы натянем еще сварочную сетку, полтора-полтора и еще метр. Получается, еще 4 метра нарастим. А сверху купол мы закроем рыболовецкой сеткой. Ячейка будет 30 миллиметров. Между столбами мы зальем пеной строительной, монтажной, чтобы исключить тоже, чтобы ветер вообще здесь не ходил. Вот трубы лежат у нас, вот видите, это делается, это линевка будет, по которой, если будет на случай дожди, что очень редко в Лагане, чтобы вот эти стоки, сточные воды, которые от мусора идут, чтобы стекали, там мы сделаем специальный слив. То есть все предусмотрено по санпинам. И самое главное, мы должны исключить вылета пакетов, которые это острая проблема сейчас у нас стоит.